Сегодня мы едем с семьей на рыбалку. Называется «Три карася». Мы въехали в Белгород-Днестровск. Сейчас мы уже в село Молоде. Еще примерно... Сколько нам еще ждать, примерно, ехать? В принципе, еще 30 км нам надо ехать. До карасей. Мы уже едем. Какие-то поля. Сейчас мы въезжаем через границу. Таможня называют. Сейчас будет тут граничка. Классно. Вот мы въезжаем в таможню. Вот стоит военная. Не знаю, может тут снимать вообще. Мы после этой машины. После этой машины. Сейчас будем въезжать. Ох, страшно. Ужас. До сюда? Да. Ура, мы на границе. Мы в Молдавии. Ура. Вот, флаг молдавский. Не могу увеличить. Все, мы в Молдавии. Теперь я чистый молдаван. Вот молдавская речка. Там она речка, уже не видно ее. Молдавская корова. Это же молдавская земля. Мы уже едем. О, скоро, молдавская. А, да, наша? Ну ладно. Ну ладно. Смотрите, какая красивая речка. Ну вы ее не видите, наверное. Она отрезает. Вы не видите? Смотрите, сколько тут много зерна. Смотрите, как красиво. А? В смысле? А где Молдова? А это Украина? Украина? Такое же. Ладно. Граница Украина. Да, это пограничники. Ой, я не мень. Еще чуть-чуть. Вот. Я надеюсь, они не против, что я снимаю. А камера нет. Против, не против, есть. Дай бумагу. Все, теперь мы на Украине. Ура! То мы были у молдаванов, на земле молдаванов, а сейчас мы уже на нашей земле, украинской земле. Это Маяцкий мост. Вот, мы его проезжаем. И скоро будем уже. Центр туризма рыбалка. Все, идем дальше. Мак этот, шаурма. А что это? Дома Макдональдс. Танк, смотрите, какой танк. Не знаю, зачем его сюда поставили, но классный танк. Классный танк. Мы почти приехали. Чуть-чуть, и мы уже будем на месте. В том доме, в котором мы будем проживать. Ой, у озера там. Три карася. Три карася, ура! Поехали, сейчас буду показывать вам рум-тур этого прекрасного дома. Я вот захожу в эту дверку. Это наша, ну как наша. Не наша, ну ладно. Захожу. Дверка. Заходим. Тут у нас гардеробные. Вот. А тут уже готовят кушать. Кушать это. Тут такая красивая картина. Вот вид из окна. Тут стульчики такие красивые. Там кухня. Вот телевизор. И это не знаю, что это за шкафчик. Тут вкусняшки лежат. Ну ладно. Там у нас... заходим мы. Это туалет. Тут есть. А как он пахнет? Это такой туалет. Вот он. И тут сауна. Вот сауна. Заходим в сауну. Не то. Вот это. Это душевая. Вот сауна. Вот сауна. Это была сауна. Вот сейчас проходим дальше. Сейчас закроем. Не то. Идем дальше.
вход идет на второй этаж. Заходим на второй этаж. Вот такие лесенки, лесенки. И вот опять лесенки. И тут есть три комнаты. Одна из них наша. Как вы думаете, какая? Тут не знаю, тут... А, вот туалет. Тут тоже туалет. Давайте с этой комнаты начнем. Вот, вот эта комната такая красивая. И красивый вид из окна. На машину. Вот тут я опять. Приветик. Тут мягкая кроватка. Вау, это просто кайф. После двухчасовой дороги это просто кайф. Опа-на, идем дальше. Тут шкафчик. Ой, господи. Лучше не трогать. Вот опять я, ее красивая такая. Одну комнату мы уже закончили, идем во вторую. Это наша комната, просто видно. Мой штатив. Вот. Вот. Вот тут тоже это наша кровать, тут светильник такой хороший. Ой, наш тоже классный. Нет, это наш. Так, идем дальше. Ой, опять зеркало и красивый вид из окна. Тут балкончик. Идем дальше. Так, это китайцы. Идем в вторую комнату. Ну, там же не наша. Идем дальше. Кого? А вот тут кухня. Вода. Тут кухонька. А тут что? А тут опять туалет. Из кухни туалет. Холодно. Так, вот мы выходим. Вот мы идем по зеленой травочке, травке. И вот это весь основной дом. Вот. Там наша машина. Там Дианыч. Так, идем по травке, по травке, по травке. Тут очень красиво, по травке идем. Там уже делают кушать нам. Вот, идем дальше, дальше, дальше. Там другие дома, и там тоже другие дома. Это наш такой берег. О, собачка! Привет, собачка! Хорошая эта собачка, пьет водичку. Так, вот моя удочка. Вот моя удочка. Это не мои удочки. Вот Диана. Ну, давайте посмотрим, что там Диана. Тонет, видите? Тонет. Он уже утонул, походу. О! Сейчас я вас поставлю. Нет. Я на упал, видишь? А, вот еще. Так, идем дальше. Ну, в принципе, это все. Собака. Собака такая. Привет, привет, привет. Так, ну, в принципе, все. Вот это какая красота. Все, в принципе, на этом экскурсия закончена. А, тут музончик. Все. Там балкончик и все. Летит прям. А ты сейчас я хочу сколько кормить. Есть? Есть. А, да, я не скажу. Так, а ну, деда. На. О, боже мой, деда. Господи, ты. Алло. 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 Ну так, бришь, капец. Еще хватит? Иди сюда, мой сладкий, иди. Ты совсем? На, это как кормлю кого-то. Иди.
уже мы поймали 5 карасей. Мы довольны. И едем домой. Пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Пока, три карася.